Друзья, всех приветствую. Хочу поделиться своим приобретением. Это облегченный шуруповерт от Рокодил. И все данные напечатаны прямо на коробке. Гарантия 5 лет. Итак, шуруповерт идет вот в такой вот сумке для хранения и транспортировки. Так, что у нас здесь имеется? Вот такой вот пенал с оснасткой, 6 сверел и 18 бит. Далее зарядное устройство RSA 12 вольт на 1,5 ампер. Далее 2 литийно-ионных аккумулятора RVA 12 вольт 2 ампера. И аккумуляторная дрель шуруповерт. Бесщеточный двигатель, быстросъемный патрон. Итак, проверим его в работе. Подсветка довольно-таки яркая, а здесь индикатор зарядки. Две скорости. Ну и при легком постепенном нажатии я насчитал аж 7 скоростей. Итак, считаем. Быстросъемный патрон, ну а замену бит можно производить в течение 2 секунд. Итак, протестируем. Самое главное, правильно подобрать трещотку на режим шуруповерта. Магнитная надежная фиксация с отсутствием лифта и компактная для работ в труднодоступных местах. А теперь немного посверлим. Ну тоже, я думаю, с этой задачей он прекрасно справился. Кстати, у него 100% защита от перегрузок и перегрева. Ну что ж, шуруповерт довольно-таки легкий и удобный. И мне очень понравился. Ну а кому интересно, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Там в описании все намного подробнее пишут, чем я рассказал. А брал я его на Озоне. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.